Фишки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Secret Neighbor и начинаем прямо сейчас. Пока что буду играть все равно за детектива, как в прошлый раз. Вот я хочу быть соседом. Мы в прошлый раз, ребята, с вами не были до сих пор соседями. Опять появились люди, которые орут в начале стрима. Леон просто слушает, как он орет, лол. Видишь, Артема не замутил, поэтому я слышу сам себя. И тройное эхо слышу, лол. Убейте меня, я не могу себя слышать! Лол. Так, ну чё? Я не сосед. Ура! Как обычно. Ничего не поменялось. Слава богу, сосед. Я знаю, где первый ключик. Да я уверен, сосед. В смысле, слава богу? Нет, ты где? Если бы я был соседом, вы бы быстрее всех выиграли. Ура, потому что я самый слабый сосед из всех. Здесь-то тоже надо проверять, я не знаю, куда чувачок пошел. Ну, ключик у нас был здесь. Не было? Или здесь, получается? А где ключик? Ничего не понял. Его уже взяли, видимо, я понял. Ой. А зачем ты Лекса бьешь? За шо? Да за шо? За шо Лекса бить? Я дверь хотел выбить, говорю. Ключ никто не берет. Сосед скрывается среди нас, я так понял. Угу. Яблоко. Нашел яблоко, берите. Золотое яблоко. Нет, обычное. Но можно его перекрасить. Никто шкафчики не открывает, все за них делаю. Ну чё, го открывать замки. Вот, кстати, The Mask вроде у нас сосед. Прощай, Винслоу. А вот это уже совсем нечестно. Сосед, я слави его, гай. Страшил. Максимальная страшилка. Опять Артём сосед? А, нет, не Артём, вижу. Не-не-не-не. Помогите! Почему вы меня бьете? Да здравствуйте, бьете. Совсем не здорово, тут пора! Алексей упор стреляет. За Алексей двор стреляю в упор. Все, погнали, погнали отсюда, ребят. Быстрее, чем ключи. Давай. Мы еще ничего не сделали. А у нас сосед нас. А, уже сосед одного поймал уже. А потому что мы слоупоки с вами. Я согласен. Ой. Ой, Лекс, куда пошел? Ой. Я в окно хотел. Я уже разбил окно. На этот... Лекс, залетай сюда в окно. Ага. У меня да. Персонаж замерз, вот пипец. Плюс, да? Ему конец, капец. Да. Кстати, а кто сосед это был? А я фиг знает, кстати. Я видел только его в его настоящей форме. В истинном обличии. Стоп, а ты где, Лекс? Я где-то здесь. Я нашел вторую карту. А! Леон сосед! Леон сосед! Леон сосед! А где ты есть-то вообще? Где... За... Я не успел спасти, а если бы я атаковал, я бы, скорее всего, умер бы. Мне вторая карта, мне ж нужна. Я упал. Классно, беру снег. Классно. Обожаю эту игру. Она берет мне снег, когда мне он не нужен нафиг. Вот так вот. Лежит ключ, а ты вместо ключа берешь снег. Ну, конечно. Тебе же больше всего в этой жизни нужен был снег. Бегите, глупцы. Так, ну вторая ключ-карта у меня есть, это значит, что у меня есть возможность выйти на последний этаж. Ну ты страшилка, блин, лол. Все, валяйся здесь. Конвульсии соседские. Соседские конвульсии, ребят. Так, а ну-ка. Как я и говорил, сюда идем.
Мне бы ружье какое-нибудь. Против соседа нет приема. А вот ружье помогло бы мне. Тот самый прием совершило бы. Что-то еще, блин, тут лететь. Что, сколько здесь третьих карт? Обычно вообще не найдешь, а тут сразу две. Я слышу, как кто-то идет. Ой, здрасте. Чё пугаешь ты меня? Ну чё я могу сказать? Ходи со мной. У тебя ружьё. У нас 4 минуты с половиной осталось. Надо что-то предпринимать. Нужно предпринимать решительные действия. Ой. Чё, тебя убили, да? Я далеко. А, нет, я близко. Хай-хай. Всё ясно, он прыгнул, все. Поднимаемся наверх. Он совершил ошибку. Ой, каждый день я просто хаю-хай. Да. Винслоу, ты где? Вон наверху. Ты что, неадекватный сосед? Сосед, вы сошли с ума? А, он Бравл Старсер. Ну, по нему сразу видно, кстати. Ой-ой-ой, ружье сейчас заберет и все. Нет. Да пошли вы, лезьте, я потом скалаю! Я тебя убил картой, ты понимаешь, насколько ты слаб? Я тебя убью с... Я тебя скушу и потом наверх! Ладно, надо быстрее. Получится. Блин, там какие ключи, запомните? Красный, красный, красный. Один только? Не поднимай его, Маск! Я уж думал, все, мы с ума сошли все. Красный ищем, красный. А, у меня шиш. В холодильнике. Чердак, в холодильнике на кухне. Ой, а сосед вышел. Кухонный холодильник. А, заперто, лол. Но здесь открыто. Так, берем яблоко. Главное оружие. Сосед рядом, кстати. Где-то. Пока, сосед! Да нет! Я не успел вас кушать! Да ты третьего не успел! Он позади тебя был! Ну, прикольная игра, на самом деле. Прикольно сыграли. Это прям напрягающаяся такая. Максимально. Вот видишь, просто мы вдвоем сгруппировались. Если бы вдвоем бы не ходили, нет, мы, конечно, покинули. Мы проиграли. Лиги давай, Бравл давай. Старс. Нет, для Лиги Бравл Старс. Ясно. Че, погнали еще? Назовем Бравл Стар. Серый. Все, погнали. Кто успел, тот и съел. Я Бравл Стар, сер. Вот, GMD13 зашел. Здорово! Настоящий. Так, ну погнали. Настоящий ли это GMD13? Ну, скин у него настоящий. То есть, я имею в виду, как у ютуберов. Точнее, как купленный. Если вы не в курсе, то почти всем ютуберам давали эти скины бесплатно. Да-да, не удивляйтесь. А то многие говорят то, что когда заходишь, к примеру, в какую-нибудь комнату, говорят, о, читер. Хотя, по сути, не только читами можешь добиться. Нифига себе ускорение! Уиу, просто. Это я понимаю, нормально было. О, здрасте. Ясно, где ключик. Шапочку хочу надеть. Я же говорил, что это GMD, я же говорил. А за какой ключик? То есть вот эта штука, она тоже считает за ключи, я ничего не понимаю. Ну чё, кто сосед? Ключ карты. Ты GMD.
GMD 13 сосед. Да. Вот вы гады. Вот он какой-то подозрительный. Я сосед. С чего такие воды? Я же потому что... чтобы атаковать сейчас. Потому что ты... потому что ты делаешь теории по соседу. Мне кажется, что сосед это G-Man. Да не могу открыть! Да. Если ты по Half-Life, так тогда может быть. О! Так и мне надо. А чё это вы здесь собрались? Я не сосед. Бэйби шаг тут ту-ру-ру-ру-ру, бэйби шаг. Что там происходит? Только как не это. Меня бомбит, когда Лекси... Ой, это мне надо. Третья ключ-карта, забирай. Ладно, у меня, в принципе, два ключа. Тут, короче, отдыхаю в спортзале. Кто хочет убить меня, сосед, иди сюда. Так ты сосед, и мы к тебе не пойдем. Да как ты узнал, что это? Я почувствовал. Нет, у нас очень пассивный сосед. А я обычно... Потому что это ты. Да нет. Я активный говорю. Ой, ну, по крайней мере, я в курсе то, что сосед уже генератор один использовал. Ну, кто меня ружьем убил? Нет. Спускайся, я тебя подниму. Сейчас убью. Винзо, это сосед. Ну я не могу тебя поднять. Помогите, помогите, помогите! О, господи, спасибо, упаси господи. Помогите вы! Ну я внизу, я тебе ничего не помогу. Осталось... Три желтых. Три желтых. Желтые, желтые. Это третий этаж, да? Вроде третий этаж, там что, желтый ключ был? Я не помню такого. Господи, гоняем, попробуем. Поглядим. Вот это место, да, получается? Видишь, этот чувак его взял, походу. А это где? Это, скорее всего... Да-да-да, я понял, где, скорее всего. А до тут дойти-то вообще возможно? Ружье уже не активное. Да никак не пройти, лол. Где выходы? Генератором заряжает, слышите? Вот это вот здесь вот. Да, вот она. Кто это открыл? А ключ карты, мне нафиг не нужна ключ карты, зачем? Обман зрения. Мне ключ карту показывают, смотри. Зачем она мне? Мне ключи нужны, а не ключ карты. О, привет. Ты сосед, да? О, привет. Ничего нету. Господи, спаси и сохрани. Сосед, прячь ключи, говоришь? Лекс, Лекс, Лекс. Это я. Я тут при чем? Так я далеко. Там ключ карту показывают опять. Где помогите, где у подвала вроде должен был быть. Я еще не был на крыше, так что. Лекс, Лекс, Лекс! Да что такое-то, господи? Ты где? Я сосед. Сынок, ты сосед. Застрял? Не понял. Здесь кто-то был. Как же сразу мгновенно замедляет скорость передвижения на улице? Просто минус миллион скорости. Только мы с конем. Так, быстрее, быстрее, быстрее. По полю пойдем. О. О, привет. Лежал замок. Открыли ключ. О, вот он здесь. Давай, Лекс, забивай! Опа. Меня забили. Бежим, бежим, бежим! Добили. Ясно, ГГ. Всем пока. Саня, извини.
козлы, кусок говна, блин. Взял, кинул меня, урод, блин. Я думал, брат за брата, за основу взято. А ты взял, блин, бросил сразу брата при первой возможности. Как некрасиво. И чё, ты мог все равно подождать, пока рейдж закончится, и сбросить меня? Ну ладно. Вот мог так тебя вот. Тебя бросить, и так, и так. Вот, в любом случае бросил меня. Все сделал для того, чтобы спасти только свою жопу. Ладно, ребят, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Если да, обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях. Не забываем подписываться в паблике ВКонтакте. Ссылка в описании и в шапке канала. Это была игра Secret Neighbor. Всем спасибо за просмотр. И всем добра.